Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, я Леха Сметок, я обещал, что сегодня будет какой-то новый интересный мод, ребят, мы как-то проходили первые две части этого мода уже как-то давненько, мы еще приезжали в этот город Васильград, можно издалека его как-то узнать, на дворе, кстати, у меня довольно-таки прохладная суббота, а вечером мне еще ехать на рейв надо бы. Так вот, ребят, сейчас я жму рестарт, и вы, соответственно, ставите свои лайки, и мы посмотрим, что нас ждет. Наконец-то, я думаю, у нас будет ждать какой-то сюжет и так далее. Давайте жму рестарт, чтобы вам что-то показать. Часики крутятся, а лайки, я надеюсь, что ребят мутятся. Давайте, поехали. Поехали, я сказал! Того, как наши герои победили вирус, началось это. Василич говорит Игоряну: Игорян, это что, не твои родственники? Игорян говорит: мои. Василич говорит: их надо же спасти. Интересно, почему меня зовут Игорян? И почему часики опять закрутились? Ну, наверное, чтобы еще лайки намутились, наверное, потому что кто не успел, тот не успел. Нам надо успевать везде. Ну ничего, ничего, бывает так. Игорян, значит, вообще-то меня Леха зовут, не Игорян, ну да ладненько. И какой еще вирус? Василь вирус, что ли, какой-то? Что это за пи? Пи. Пи-п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 и. Так, интересненько. Ну тут, как обычно, шахматные домики, это все по старой схеме у нас. Что у нас здесь изображено? Непонятно. А, ну это мы с Васильичем просто отдыхали. Я люблю фото, когда Василич спит. Когда Василич гуляет, это он за грибами, между прочим, ходил нормально, так сходил за грибами, правда, ничего не принес, пьяно опять вернулся, но это бывает, как обычно, ушел за одним, вернулся с другим. Так, продается квартира на первом этаже, цена 1000 рублей, отлично, 1000 рублей беру, надо найти Василича и покупать квартиру на первом этаже. И что за вирус, я так немножечко и не понял. О, Василич, опять вы в ванне тут какую-то самогоночку свою гоните. Чем вы только здесь не занимаетесь, да? Так, ну ладненько, пойдем, прогуляемся. Посмотрим, что у нас здесь есть. Отлично, у нас есть ружье. Ружье не убивает вирус, но оно убивает носителя вируса. Ха-ха-ха. Так, ладно, какая-то очень несмешная шутка была. Ну да, ладненько. Ладненько, прохладненько. Пора отсюда уходить вниз. Так, вжух, и ты в подвале. Ох, ты смотри-ка, вжух, и я в подвале. Так, подожди, мы всех спасли. Какой вирус-то вообще? Какие родственники? Я родителей своих уже непонятно сколько не видел. О, тут нормально, машины боком валивают. Единственное, для меня не совсем понятно. А чё машину-то не покрасили? Так я не могу дозначить туда идти. Вы аккуратнее, не сбивайте меня. Так, что-то явно с вирусом. Так, куда? Мне, наверное, сюда пойти? Куда-то в это место, к родственникам? Не знаю, куда я больше никуда не могу пройти. Ох, жить и невидимое ограждение в моей голове. Постоянно иду, а что-то упираюсь. Просто разум мне не дает пройти дальше. Говорит, все, достаточно, говорит. Так, а я что-то, может быть, я недопонял в этой жизни? Так, и куда мне? А, все, я сел в машину, отлично, я сел в машину и поехал. Часики опять закрутились, ну вот самые, кто вот не успел, по-любому замутились и лайки накрутились. Я надеюсь на это на самом деле. Сейчас я поеду к родственникам, спасать родственников надо, а то мало ли что. Ага. Смотри-ка. Вот это экшен-то, а! Вот что идет-то? Так, Василич, что, машина сломалась? Ты давай ремонтируй, давай поехали, надо родственников спасать. Не знаю откуда, не знаю от какого вируса. Коронавирус, Василич, тебе главное не заболеть. Старым не надо болеть, поэтому я не знаю. Ладно, пойду. Так, и что? Опа. Василич, смотри, как мир преобразился. Это, походу, я приболел сейчас, походу. Я не знаю, Василич. Очень-очень-очень-очень все странно здесь. Вот это да, ты только посмотри-то. А зачем мы вообще, собственно, сюда через горку заехали? Мы могли там сбоку где-нибудь объехать, еще что-нибудь сделать. Так, замечательно, я вижу ключ. Ключ к сердцу Василича. Ключ к сердцу Василича, на самом деле, это боярышник.
Василич, ты там чем занимаешься? Ты опять там эти фильмы смотришь, да? Ух ты, смотри, какой, а? Думает, самый умный. Так, ладно. Чё, Василич, без телека сидишь? А, ты так на память теперь, ну ладно. Василич! 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 Ты смотри. Ладно. Продолжай смотреть телек, тебе там, наверное, интереснее. Телек тебе нужен. Так, это что? Это мне гвозди надо убрать? Ты смотри-ка, это что за полигон, Василич? Мы куда приехали? С одного Васильграда в другой Васильград? Ты смотри-ка, я ни в чем не виноват. Это я тебе однозначно скажу. Не знаю, что тебе еще сказать. Вон, что-то еще лежит на полу. Что-то ясное и непонятное. Фотоаппарат? Отлично, у меня есть фотоаппарат. Я буду всех снимать. Василичу улыбочку. Василич, ты в курсе, что там даже не показывают ничего? А может здесь за лампой что-нибудь? А зачем эти лампы здесь на улице? Василич! Друган! Ты че такой хулиган? Ладно, ладно, Василич, сиди. Сиди, Василек. Возьми с полочки пирожок. Так, отлично, у меня есть лом. Нафига мне лом? Мне передвигаться вообще как бы в лом. Опа, теперь у меня есть магнит. Приключения, Василич, приключения. Ты, может, пойдешь мне поможешь, а? Ну, между прочим. Ну, не-не-не, ладно, а то у меня заставит ему помогать, там, впахивать, там, колеса менять. Да нафиг оно мне все надо? Колодки, может, там еще поменять еще что-нибудь. Нафиг оно мне все надо, Вася? Так, а что, все? Василич, я выход нашел, не знаю, как мы через эту дверцу выезжать будем. Ну, как-нибудь, там, смотри, там заправка есть. Машина влезет, Василич, нет? Все, опять часики закрутились. Я надеюсь, что лайки у нас намутились. И что вообще все отлично, все замечательно у нас. У нас приключения с Васильичем, между прочим. Вон оно как. Ух ты, посмотри. Так. Ну, много времени уже прошло назад, в смысле. Я уже состарился. Я уже все, сейчас где-нибудь в могиле появлюсь. Как же таким старым-то можно-то быть, а? Я ж чую, как у меня кости начинают болеть. На погоду, на плохую. Магнитные бури, там все дела. Ну, что-то прям долго. Не нравится, когда вот это все так долго происходит. Там Василич уже точно, там у него уже правнук, наверное, родился. Пока эти часики крутятся. Это однозначно, время-то как идет. Оно оп-оп-оп, улетело, все, тебе уже 50. На даче самогонку гонишь, все дела. Вот так вот все. Не, это какое-то издевательство, может быть, надо мной. Что, почему это так долго? Ну, я уже все как дед начинаю причитать. Жаловаться. Ага. Ага. Походу, сердечко у меня остановилось. Сейчас вот чтобы был прям... Василич, а ты что, здесь когда-то был? Да, Игорян, я один раз здесь пробегал. Помнишь, я один раз достал желтый ключ. Ну так вот, я его здесь достал. Ага. Василич, ты не заметил, что мы с тобой это как в этом? Как в сказке. Как в сказке мы с тобой кто-то просто это. У нас какой-то, я не знаю, то ли ведущий какой-то есть, то ли кто. Ну как бы мы с тобой в сказке где-то находимся? И кто-то повествует о том, что с нами происходит, Василич. Мы что, с тобой в сказку, что ли, попали? Там еще ходит кто-то. Мне кажется, Василич, надо это, что-то типа хлопнуть, и мне кажется, здесь все наладится и станет светлее. Ну, чуть попозже. А я помню, Василич, мы здесь были с тобой, мы здесь проезжали, вернее, я с тобой бегал, ну, с другим тобой, который был злой. Ничего не помню, но очень интересно. Так, ну когда это произойдет? Ну давай, так уже. Ну свет должен появиться. Опа, все, видишь, отлично, Василич. А все, знаешь, почему свет появился? Потому что ты, солнышко, возле меня находишься. Вот, поэтому свет и появился. Вот, светишь мне, так сказать, своим сердечком стареньким. Вот, Василич, здесь другой Василич. Василич, накидай ему, Василич, фас. Василич, ты что, не будешь мне помогать?
Злой Василич, отстаньте от меня, пожалуйста! Нифига себе! А чё он за мной бегает-то? Стой, а нафига я вообще сюда? А нафига мы сюда приехали? Да, что-то пробегали. Куда-то пробегали, куда-то не добежали. Всякое бывает. Обалдеть, нифига себе, там тоннель какой здоровый. Вот это город прям. Васильтаун практически, я бы сказал. Васильград. О, как-то так вот. Как-то так все происходит. Так, ладненько. Ладненько, прохладненько. Так. Что у нас здесь есть? А, нифига у нас здесь нету. Здоровенная черная дыра есть. И стул есть. Так, ну мне, наверное, туда нужно идти, куда-то вовнутрь. Зачем я сюда бегу? Просто, ну зачем я бегу сюда? Просто на стуле посидеть, что ли? Отлично, буду сидеть на стуле. Король стула. Опа. Да, я дурачок, бывает. Ладно, пойду отсюда. Пойду отсюда в парк аттракционов. Парк злого Василича. Это он по-любому постоянно птицы лечит, переодевается. Мне кажется, как-то вот так вот именно все дела происходят. Однозначно, как-то так. Та-та-та-та-та-та-так. Вот. Так. А чё, я чувствую, домов-то и не живет никто. Нифига, сколько площади пропадает. Сюда народ загнать, пусть работают. Василич, пойдем мне помогать. Давай этого вдвоем злого Василича одолеем. Или у вас какой-то табу, Василич? Бойцовский клуб, Василич, никому не рассказывай про бойцовский клуб, первое правило. Поэтому он не лезет. Так, ладненько. Кабель-кабель-кабелёчек. Дней моих весёленьких, дружочек. Так. Так, и чё, и зачем я здесь? Обалдеть, у них даже машина такая же. У них специально на завод какой-то есть. А где? Где кто? Я не вижу никого. О, смотри! Этот, васаби! Имбирь! Тебя что, покрасили, что ли? Ничего, нормально. Имбирь, альбинос, бывает. Получи-ка в нос. Так, а приехали-то мы сюда, нафига? Не, честно, зачем мы сюда приехали-то? Василич меня просто куда-то возит. Ну, нормально, у него дела постоянно такие, ему главное лишь бы меня куда-нибудь свозить. Ну, хоть не на море, хоть так, на приключения, так сказать. Еще камеры висят. Так, ладно, он где-то там ходит. Пусть ходит. А что сделать-то надо? Опа. Не зайти. Никого здесь не найти. И куда же мне пойти? Батарейки. А что, пригодятся? Может, пригодятся. А куда они мне пригодятся? Я вот с камеры, я репортер Алексей. Я на свете всех тупей. Тик-тик, наблюдаем. Так, наблюдаем. Так, сейчас залезем, посмотрим. Отлично. Дом в доме. Это так принято. Василич. Чтоб дом всегда был в доме. Так, ладно. Ладно. Сказочный Василич. Хотелось бы другое слово сказать, ну да ладно. Не буду говорить. Так, а что я ищу-то здесь? А может, у того Василича ключ был? Угу. А это что такое? Подожди, Василич, ты что, бомба, что ли? Не надо. Взрывать тут он что-то будет. Там опять свои акции, вот это в каждый дом по бомбе и так далее. Насчет всего мистера сантехники, здравствуйте. Рогаточка имеется. Так, а нафига мне есть что эти-то? А что? Это что такое? А, это кружка. Нормальная такая кружка, хорошая. Стой, ну я не вижу ни одного ключа. Вообще ничего. Я вообще не понимаю, зачем мы сюда приехали-то? Камеры лежат. А вот Василий стоит. А может, у него ключи есть? Тихо, Василий. Осторожно. Опа, а ты что, здесь пройти, что ли, можешь? Нифига себе. Нифига, он просто взял, перепрыгнул.
Так, нафига мы сюда припрыгали? Так, стой, тут что-то это... Может, что-то отрубить? Фига, чего вообще отрубают? Зачем, непонятно. Ну, тихо. Разбегался здесь. Не, ну у него ключей нету. Ключей нету у него. Я там всю территорию обошел, вообще ничего не нашел. Ну так обычно и бывает. Когда слепошарый Алексей берется за дело, всегда так и бывает именно. Так, что у нас здесь? Нормально, будка охранника, горящие леса. О, нашел. Так, ладно. Ага, мне, значит, нужен лом. Если у меня будет лом, у меня будет гаечный ключ. Вот эти батарейки меня смущают. Может, их куда-то, ну, засунуть. Ну, Васильевич, лишь бы засунуть, ну, ингредиенты, вот, самогонный аппарат. Так. Это надоело, Васильевич. Я и так не понимаю, что надо-то от меня. Ты еще за мной бегаешь, прикопался здесь. Че ты меня кидаешь? Второй Васильевич, выручай. А ты че? Ты так, нифига, ты так далеко можешь за мной бегать, да? Здесь ничего нету. А мне точно ключ надо где-то внутри найти? Нифига тут бомб. Зачем тут писать? Это аномалия. Это аномалия. Эх. Васильич! А ты что, свинка Пеппа, что ли? Наверное. Я даже не понимаю, где начинать искать. Может, что-нибудь взорвать где-нибудь? Что делать-то, алло? Алло, что делать? Так, здесь тоже вот закрыто, видимо, сюда тоже надо бы что-то здесь сделать. Отлично, вот кабель есть. Могу протянуть куда-то что-то. Ага. То есть вот здесь тоже, да, что-то нужное. Что-то нужное есть. И непонятно, как туда зайти. В окна ничего не видно. Там вот лежит отмычка. То есть это у меня что по всей... Опа. Опа-на. А вот это вот интересно уже. Это интересно, господа. Так, давай, там глянем. Там по-любому что-то есть. Если есть лестница, лестница всегда куда-то ведет. А если она куда-то ведет, значит она однозначно куда-то приведет. Логично. Так, отлично. Ага, если есть зонтик, значит можно прыгнуть и куда-то это, залететь. Так, вот сам парк. Вот получается территория за парком. И здесь я куда-то должен зонтиком прилететь. Не знаю, куда. А что? А, смотри-ка, вон оно что. Это сюда надо прилететь, понятно. Ну, как обычно, что, по старой схеме. Джеронимо! Юху! Мама, нет! Васильич, я опять летал во сне. Что еще могу тебе сказать? Так... Мне нужно как-то здесь разобраться вообще. Я просто не понимаю, что вообще требуется от меня. Что нужно сделать? Однозначно нужно что-то сделать. Я только не понимаю, что. Вот эта вот штука, да, я вот сюда подходил, вот здесь залазил. То есть надо в пределах вот этого всего что-то найти. Не знаю, что, ну, ключ. Опа, ты смотри-ка. Только глянь. Опа-на. Так. Опа, кто молодец? Правильно, я молодец. Хочу теперь холодец. Не, не летай, все, огнетушитель, он такой себе. Ну, не рабочий огнетушитель. Бывает такой. Так, отлично, все, ключики я нашел. И куда-то с ним пошел. Это что? А, это заправка. Мне кажется, это мумия стоит. Это нормально. Бывает у меня постоянно в глазах. Может, слепошарый Алексей вечно ничего не вижу. Ничего не слышу. Так, ключик. Ключик. Я нашел.
Я с ключом скорей куда-то пошел. А куда этот ключ? А нафиг мне этот ключ вообще нужен? Че он откроет? Он же не открывает, нифига. Так, ладно, Васильич пусть пока здесь стоит. Я сейчас сделаю ход конем, оббегу вокруг. Опа, нифига себе, он до сих пор за мной бежит. Он настырный, только глянь, а. Вот такой бы настойчивость, таких людей бы. Гвозди бы делать. Не, серьезно. А как попасть? Нафига мне этот ключ-то нужен? Не понимаю. Непонятно. Ключ я нашел. А чего он? Неясно. Неясно и непонятно. Так, вот это может быть где-то откроется или... или что? Что я пытаюсь здесь сделать? Я не совсем понимаю. Так, ну да, ну нашел я ключ, допустим. И что теперь? Так, среда, четверг, пятница. Нормально, расписаница. Суббота, воскресенье, лето. Вот это я понимаю. Каждый день бы такое расписание. Собственно, что я здесь ищу? Может, здесь еще какой-то, ну, я не знаю, дом где-то есть. Ну, типа, ключ есть, а толку нет. Это непорядок, непорядок получается какой-то. Ага. Зачем мне ключ этот-то? Я уж думал, все, там сейчас ключом что-то где-то открою. Я здесь даже найти нифига не могу. Что и где я должен вообще им открывать? Очень странновато. Странновато очень. Очень странновато. Ла-ла-ла-лопата. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Лёшка здесь гуляет. У него есть ключик. Только не поймет он нафига. Та-та-та-та. Мне кажется, Василий где-то потерялся, кстати. Где-то заблудился, наверное, Васильич. Так, вот здесь что у нас? Здесь что-то, может быть, лежит. Нет, здесь ничего не лежит. А, Васильич. Так, давайте Васильича не будем трогать. Не знаю, кому говорю, давайте другим свою личность. Пусть он там стоит. Я спокойно сейчас могу там побегать везде. Хотя и до этого, в принципе, спокойно бегал. Мне никто не мешал, в смысле. Ну, видимо, я немножко добегался. Добегался. Перебегался. И что? И куда? И зачем? Я не понимаю. Ну, есть ключ. Дальше-то мне куда с ним? Куда деваться-то? Я уже сижу уже здесь. Кудахчу. Кудахчу здесь немножечко опять. Ох, пора бы мне с Василичем потанцевать. Так. Интересненько. Все, конечно, очень сильно интересно. Ничего, как говорится, непонятного, но очень-очень сильно интересно. Так, ладненько. Ладненько, прохладненько. Я даже не уверен, вообще надо мне или в эти дома заходить? Не, ну, кстати, похоже, что как будто надо. Но я не вижу нигде ни одного ключа. Ча-ча-ча. Ну, блин, ну здесь довольно-таки большая территория. Где-то как-то по улице надо найти ключи. Здесь этот у меня. Хорошо. Есть вот эта штука. Можно вообще, кстати, обмануть систему, наверное. Нет, систему мы не обманем. Система ниппель не обманывается. Вот батарейки есть. Может быть, их куда-то запихать. Никуда их, наверное, не запихаю. Подожди, а там что-то внутри, что ли, было? Или что? А, это серьезно? Это лом лежал, что ли? Это у меня лом такой? О, ты смотри-ка, а! Ты смотри-ка! Вот это я лом не заметил. Ох-ох-ох-ох-ох. Не заметил лом. Я пойду с ним на пролом. И наверх я залезу сейчас. Так... И что? И зачем? Фонарик есть. Буду светить. Хотя вон, я и так свечу. Так, отлично, ключ нашел.
Что-то надо выкинуть. Бинокль выкину. Бинокль он нафиг не нужен. Вот, вот, как-то так. Ага, пора звать ребят. Так, Васильич, надо Васильича разморозить. Он стоит, он злой Васильич. Он, ох, он сейчас себе как злости накопит. О, правильно, Васильич, давай, пошли. Прыгать умеешь, научишься. Так, это, по-моему, вот от того дома. От главного, вот отсюда, мне кажется. Опа-на. Чик. Камеры постоянно следили за мной. Потому что я был красив. Опа-на. Фига себе. Да цветом не похоже, но ничего, главное, что подошло. Домик. Домик. Где же ты? Не-не-не, Васильич, ты что не будет? Васильичу надо... О, Васильич разбудился, Васильич. Нафиг я его разбудил-то, дурачка этого. Тихо, Васильич. А что там, С4 лежит, что ли? Васильич, окна бьются. Новый поставишь, ничего, нормально все. Так, ладно. Что-то здесь я ищу. Так, этот ключ я же использовал, но, типа, мне, наверное, нафиг не нужен больше. Ну, я так понимаю, так примерно это работает. Ну, скорее всего. Я без понятия, как это все работает, дело. Васильич там пока ходит. Камеру надо бы снять. Снять. Она ни к чему. Нифига себе, здесь термосов сколько. Обалдеть. Васильич, ты чё, ты кофе-то столько не пей, у тебя сердечко не выдержит. Твои года ты. Васильич, здоровье надо думать. О, технологии, ты только посмотри, а. Вот это вот интересненько. Вот это, да. Вот это номер. Если бы я был бы Васильичем, я бы, наверное, помер. Так, ладно, давай здесь. Здесь дальше ищем что-нибудь. Ищем и найдем. И куда-нибудь пойдем. Пам-парам, пам-пам-парам. Тун-тун-тун-тун-тун. Что-то я хожу, вообще ни ключей, ничего не вижу. А здесь так дофига всего должно быть. Вот это что? Это что такое? Что это такое? Я не знаю, что это такое. Здесь закрыто. Там тоже перекрыто. Здесь тоже не открывается. Вообще, вот по вид замок, ключ вот этот, он был больше похож, чтобы открывать вот этот замок. Ну, вообще, по идее. Да? Но он не открывает. Вот такой вот, вот такие замки. Замки от Васильича. Так. Что ж ты понавешал, да, своих камер? Я их снимать не успеваю, ты их по новой вешаешь. Что ж ты за человек такой, а? Так, ладно, здесь нет ничего. Нет ничегошеньки. Так. Пам-парам-пам, пам-парам-пам, пам-парам-пам-пам. Та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та. Тык, может быть выше, может быть куда-то. Смотри-ка, а я магнит здесь не увидел. Угу. Если есть магнит, это хорошо. Один магнит хорошо, а два еще лучше. Нафига два магнита, непонятно. Значит, где-то есть ключ. Так, смотри-ка. Шкафчики, все есть вообще, чего только нету здесь. Опа-на, смотри-ка. Ты только глянь. Мне кажется, это на улице. На улице. Вот здесь. Ага, золотая комната Васильича. Обалдеть. Обалдеть, вот это тут у него золото, вот это он над златом просто чахнет. Прям ходит в золотые туалеты. Фига себе он дает, нифига себе он дает. Вот это я здесь ключей понаходил. Так, ладно, вот это, наверное, можно где-нибудь здесь оставить. Мне кажется, это мне в ближайшее время, наверное, не понадобится. А может быть понадобится, я не знаю, ребят. Как дела? Всех люблю на свете я.
Есть же куча здесь ключей. Так, не отсюда. Мне кажется, это с той же комнаты, просто с другой стороны, чтобы заходить. Это работает примерно так. Вон оно как. Вон оно как все. Вон они какие дела. Василич бежит. Чё ты вечно бегаешь за мной? Так, ладно, ребят, давайте. Я думаю, на этом уже можно взять и закончить. Ставим вам вот так вот Василича, который вот будет стоять, улыбаться вам и так далее на превьюшечке. А может быть, не он будет. Я не знаю, я еще не определился. Все, ребят, на этом все. С вами, как всегда, был я, Леха Сметик. Если хотите продолжение этого мода, напишите об этом в комментариях. Возможно, я сегодня сниму, потому что завтра я вряд ли буду снимать, потому что завтра я буду спать целый день. Вот как так отсыпаться. Воскресенье. Все дела. Всех люблю на свете я. Вот, ребят, как-то так. Все, давайте, ребят, увидимся. И, конечно же, я думаю, вы не забыли подписаться, нажать на колокольчик, чтобы новые ролики не пропускать. Ну и, конечно же, поставить лайк. Вот как-то так, ребят. Все, давайте, с вами, как всегда, был я, Леха Смерть. Единственное, что обманут, я до сих пор сейчас записываю с более худшим качеством, пока я не разберусь. Мне YouTube не отвечает, и провайдер не перезванивает, поэтому я не знаю, у меня приходится снимать с таким качеством, какое есть. Но я думаю, там на глаз не сильно заметно, если смотришь через телефон, то подавно. Все, давайте, ребят, увидимся. Спасибо, что со мной, с вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Получается, Игорян и Василич Хулиган. Все, всем пока.